Здравствуйте, дорогие друзья! В одном из видео мы снимали обзор на героев мифов Древней Греции, кентавра. Если кто-то не видел, посмотрите обязательно видео. Сегодня у нас опять герои мифов Древней Греции от Гулливера, бренд Калетта. Так, где? Вот у нас Калетта. И сегодня мы будем смотреть дриада. Дриады. Нимфы, живущие в лесах, они могут вселяться в какое-либо дерево, а также принимать человеческий облик. Ухаживают за лесом и иногда устраивают злые шутки над заблудившимися в лесу путниками. Ну, опять же, стандартные виды. Получается грифон и циклоп. Здесь вот у нас циклоп, здесь у нас минотавр. Минотавра так я и не нашел. Так, вот так вот у нас выглядит дриада. Дриада — это девушка. Вот у нее мы видим сверху черепа. Опять же, черепа. Страшная такая фигурка. И получается 3 лет. Внимание, игрушки содержат мелкие детали. Что-то я не вижу этих мелких деталей. Давайте распакуем коробочку и повертим фигурку дриады. Так, аккуратно, опять же, чтобы сохранить коробочку и поставить ее. Домашние животные, павлин, лесные животные, птицы, насекомые, морские обитатели, домашние. Вот мы видим опять же минотавр, грифон, Аполлон, дриада, кентавр, Зевс, Цербер, Посейдон. Ну и остальные персонажи. С этой стороны тоже получается. У Калетта очень большой выбор всяких фигурок. От динозавров до героев Древней Греции. Героев мифов Древней Греции. Так, давайте открутим. Мы видим, хорошо прикручено. Здесь еще и завязано. Проволочки тоже сохраним, я на них же обратно и привяжу. Оп. Снимаем. Вот мы видим, здесь продето специально. Раз убрали, теперь уберем второй раз. Проволочки. И вот мы держим в руках дриаду. Напоминаем, что фигурки сделаны из мягкого пластмасса, даже на резину похоже. Прелесть этой упаковки в том, что их можно сразу потрогать и оценить. Вот, давайте посмотрим поближе на ее лицо. О, какая здесь у нее, зубы не все, что ли? Страшная такая дриада у нас. Черепа.
одна нога, вот у нее как-то странно изогнутая, как у сатира. Мы видим, вся получается как дерево. Вот выглядит сзади. Так вот. Тоже как будто монолитная фигурка. Вот заметил. Но вот у этой фигурки двигается одна рука. То есть ей можно придать форму. Она держит в руке дерево, сломанное в виде кинжала. Получается вот корневище и заостренное к концу. Так. Детально проработанная. Восторг неимоверный у меня. Очень хорошая моделька. Коллекционная, я считаю. Вот мне Зевс, Аполлон и там еще какая-то, не знаю, воительница не столько нравится, как вот именно герои мифов Древней Греции. Вот эти вот существа. Минотавры, кентавры, дриады. В общем, фантастика. Давайте немножко еще полюбуемся. Он вблизи. Она выглядит. Руки, вот пальцы длинноватые такие прям. Вот мы посмотрели. Получается, из этой коллекции кентавра и дриаду. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока, до новых встреч!